Девчонки, привет. Да, привет. Что делаете? Да вот граблями работаем, убираемся. Ну вы уже специалисты прям по граблению. Да. Ну-ка давайте, учите меня. Давайте. Как надо? Вот так. Ставлю. На тебя же все. Вот так. Сильнее нажимать? Да. Так. Отлично, да? То есть меня тоже уже можно брать в вашу команду. Тоже можно брать. Когда в парках убираешься, это же все-таки ты убираешь территорию, ты убираешь там, где ты будешь гулять летом. Чтобы вот этой всей листвы не было, нужно же кому-то ее убирать. Поэтому так. Да, здесь человек, я не знаю, здесь два класса находятся, даже три, мне кажется. Давай. Вы понимаете, что здесь вот будут проходить, вы там почистите, а здесь вот что? Выгребай вот это вот все вот на краешку. Мы всегда убираем свою территорию школьную, всегда только на 5 с плюсом. Из-за этого, когда нас просят где-то помочь, дети практически всегда отвлекаются. Ну, хочется, не хочется, они знают, что слово такое надо. Это день победы, городом пропал. В этой школе особые какие-то дети. Я классный руководитель 10 класса, у меня какие-то особые дети. И 8 класс, я там тоже веду математику. Хорошие дети, они всегда готовы, с удовольствием, все в одном. И поют, и пляшут, и всегда готовы, в общем-то, пойти навстречу. В общем, с этими детьми легко. Посуду мою, мусор выношу и делаю уборку в квартире. И снится нам не робот космодрома. Йо-йо-йо-йо. Спасибо деду за победу, хоть в субботу или среду. Здесь мы сегодня уберем все быстро. Это чисто Самара. В Самаре будет чисто. Йо-йо! Выйди из дома и ты. Помоги привести город в порядок. Будь в тренде этой весны. Звони по телефону 202 11 22 и покажи, как именно ты создаешь красоту. Это чисто Самара. Увидимся.